Приветствую всех на своем канале. Желаю всем отличной недели. Сегодня мы посмотрим с вами расклад на новый месяц, на ноябрь. Предвкушаю, что этот месяц будет очень интересным и в плане позитива, да, что вот мне кажется, что ноябрь и декабрь, они будут позитивными месяцами. Но посмотрим, что нам скажут сегодня карты. Выбирайте позиции. Вот, и мы с вами давайте приступим сразу. Позиция номер один, голубенький камешек, единички. Посмотрим, что нас с вами, я тоже загадаю. Так, сразу переворачивать. Ну, уже первая карта, да, энергия. У нас выпадает старший аркан. Аркан суда. И мне видится, ох-ох-ох-ох, столько великих арканов. Не зря я сказала, что важный будет ноябрь и декабрь, на мой взгляд. Вот, ну, давайте посмотрим. Что у нас? Еще один великий аркан. Что у нас будет происходить? Так, ну, приступим. Значит, у нас как энергия месяца, у нас выпал старший аркан суда. Да, суд, аркан суда говорит о завершении либо развязке каких-то кармических уроков, кармических задач. Давайте так скажу. Месяц. Такое ощущение, что в этом месяце вы не сможете избежать всех ситуаций, которые были, условно говоря, предначертаны. И здесь, видимо, как вот по энергетике, что не декабрь идет как завершение года, а скорее всего ноябрь идет как завершение года и подытоживание, да, этого года. Здесь идет некое такое перерождение, да, завершение цикла, завершение, скорее всего, года по энергии именно. И такой какой-то вот достаточно серьезный здесь момент в этом месяце. Ну-ка я уточню, потому что суд такой интересный аркан. Да, вот у нас выпадает туз пентаклей. Шанс, возможность, знаете, что-то выстроить новое, да, пойти к новым берегам. Здесь действительно какое-то новое, да, возможность именно этого нового создания. Если вот у меня такое ощущение, что почти весь год, по крайней мере, вот первые 7-8 месяцев у единичек ничего такого особого не происходило, если происходили какие-то внутренние процессы. Так вот здесь сейчас идут процессы именно за делом на будущее, на дальнейшее. То есть здесь присутствует некая такая экстравертность, шанс на движение вперед к двойке кубков, знаете, к более такой гармоничной жизни. Здесь идет, скорее всего, отсечение всего ненужного, всего того, что уже закончила иметь какую-то значимость для вас. Здесь у вас пойдет переоценка ценностей. Я не вижу пока, как энергия месяца, некую такую интровертность. Скорее всего, процессы будут сами завершаться. Ощущение того, что у вас появятся, будут какие-то ситуации в процессе этого месяца, которые будут направлены как раз-таки на завершение, ну, на доделывание чего-то, на завершение какого-то опыта. Да, то есть здесь конец идет, конец. Причем конец таких достаточно больших циклов. То есть, возможно, то, что началось, там, я не знаю, 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет, может быть, завершение и какое-то новое преображение. Здесь что-то новое рождается, и это новое, оно будет достаточно гармоничное, оно будет вам приятное. То есть вот новый путь, либо в прямом смысле, либо в метафорическом, в косвенном, он как раз-таки говорит о гармонизации. То есть вы идете к новому себе, к новому себе, к более такому, знаете, сбалансированному, что ли.
начинаются какие-то процессы. Вот здесь мне карта тоже показывает, что вы выходите из какого-то лабиринта. Здесь такое ощущение, что, возможно, ваша жизнь была больше основана на какие-то иллюзии, да, на представления о самой жизни. А сейчас наступает такой момент, когда как-то вот пришло время быстрым каким-то переменам в вашей жизни. Не то чтобы ритмы у вас стали более скоростными, а здесь как будто бы вот пришло время, да, идет вмешательство свыше, и в вашей жизни что-то начинает двигаться. Не плавно, а именно действительно двигаться. Здесь не про рост идет речь, и не про какое-то вот развитие поступательное, а какие-то развязки, развязки по жизни вот мне показывают. Я не знаю, например, там, если это конфликт какой-то, да, то это конфликт с заделом на то, чтобы прояснить ситуацию как-то вот в дальнейшем, потом определиться, что делать с этим человеком, да, расстаемся, либо идем в новое, но уже идем абсолютно по-другому, на других основаниях, на других правилах, по ответственности. То есть вот здесь что-то такое идет, то есть какая-то развязка, то есть если, допустим, это там на работе что-то, да, то идет прояснение какой-то ситуации, и, не знаю, может быть, вас, допустим, переведут в другой отдел работать, и вот там уже вот будет как-то поспокойнее. То есть какие-то ключевые, вот у меня ощущение, какие-то ключевые моменты должны произойти в ноябре месяце. Это общая энергия. Будут шансы, по крайней мере, возможность на то, чтобы что-то прояснить для того, чтобы дальше ситуация начала как-то развиваться. Дальше. Что касается финансовой стороны вопроса, здесь у нас выпадает семерка мечей, которая мне не очень нравится, говорящая о том, что с финансами здесь будет как-то что-то непонятно, да, какая-то хитрость обманная. Будьте внимательны, чтобы не попасть, я не знаю, в какие-то ситуации, где вас могут обмануть, обхитрить, да, всевозможные вот эти вот интрижки. Деньги здесь будут тратиться на детей, либо здесь вот что-то такое нечистое в плане, не знаю, как-то вот завершение и начало чего-то нового. О чем это? Вам будет казаться, что сложно. В этом месяце как-то с финансами здесь будет сложно. Но это ваше ощущение. А как на самом деле обстоит ситуация? Ну, здесь надо бороться. Здесь нужно вступать в некую такую конкуренцию. Да, здесь у нас выпадает как-то дьявол. Здесь ситуация по финансам, она будет не совсем чистая. Не совсем понятно. Я не могу здесь вам четко сказать, это зависит от вас, то есть вы занимаетесь, возможно, каким-то самообманом. Либо какие-то ситуации такие будут не совсем понятные, не совсем ясные. Здесь есть какие-то подвохи, которые связаны непосредственно с завершением. То есть, например, это может быть, у вас была какая-то ипотека, либо вы что-то там выплачивали, и вы представляли себе, что вот я вот заплачу вот последнюю выплату, да, и все, и на этом моя ипотека закрывается. А встретитесь с тем, что, допустим, вам говорят, что нет, надо заплатить еще одну, например, часть, да. И, то есть, и вы будете в негодовании, то есть, ну откуда эта часть была, да, то есть я, в принципе, все выплачивал. Вот здесь что-то, какая-то хитрость, какой-то обман, что-то здесь не совсем чистое в плане завершения. Может быть, я не знаю, там, оплачиваете детский сад, школу, ребенку, и вот такое ощущение, что вот это вот только сделаю, и все, и на этом идет конец, идет завершение. Но по факту оказывается, что нужно еще что-то сделать. То есть здесь вот, и здесь причем, знаете, как-то это не сделать не получится, либо как-то вот будет всплывать какие-то новые расходы. Новые расходы. На что вы будете тратить? Здесь как будто бы деньги у вас идут.
на какие-то удовольствия, то ли вам не хватает на эти удовольствия. Серьезная какая-то тема будет с финансами. Не знаю, не могу вам более точно сказать. Все-таки расклад у нас общий. Что касается коммуникации, общения, взаимодействия с другими людьми, в вашем окружении будет доминировать больше женские фигуры, нежели мужские, да, представитель женского пола. И здесь у нас выпадает аркан императрицы. Могу сказать, что вот вообще коммуникация, общение, оно будет с удовольствием. Причем вы себя позиционируете, как ваше ощущение. Будете ощущать себя именно как императрицы, человека уверенного, человека чего-то достигшего в своей жизни, да, статусного такого человека. А люди вас будут воспринимать как раз-таки вот по десятке кубков, да, как человека, наполненного эмоциями, человека счастливого, удачного, возможно, семейного. И вот здесь идет совпадение как раз-таки того, что, как вы себя ощущаете, как вы себя презентуете и как вас видят люди. И причем люди к вам тоже будут тянуться. Тянуться за вашей энергией, тянуться за вашим расположением. Короткие поездки. Возможно ли здесь короткие? Мне кажется, на короткие поездки да. На более длинные нет, но вот короткие поездки, да, и передвижение. Причем общение, оно будет здесь такое достаточно легкое, приятное. Какие-то смс-ки наполненные интересным контентом. То, что вам придает как-то эмоции. То есть коммуникация и общение вас будут радовать. Но вот то, что касается семьи, я могу сказать, что здесь будут какие-то переживания, волнения, разочарования, то, что связано, например, не только с семьей, но и с дома, как здание, возможно, да, помещение, либо с вашими домашними. В чем здесь разочарование? Не знаю, как-то вам придется отстаивать свои границы, отстаивать как-то свою стабильность, свое какое-то право на то, чтобы радоваться этой жизни. Ощущение того, что вот в вашем доме как будто бы дом утратил какую-то радость, былую радость. Знаете, вот как будто бы ничего не такого особенного не происходит. Все ровно так, спокойно, размеренно. Ощущение того, что, знаете, когда, если у вас есть взрослые дети, вот они уходят, например, из семьи, из дома, создав уже свои какие-то семьи, да, либо куда-то уходят, уезжают на обучение. Вот ощущение того, что дом опустел. И вот здесь такое, что уже нету вот этой вот радости, нету того, как мы раньше собирались, как-то вот вместе общались, были какие-то праздники. Вот здесь какие-то такие огорчения и сожаления об утраченном, о том, что вот нету радости в доме, да? Вот, и либо вас дом уже как-то не радует. Здесь про это. Если мы говорим про эмоциональный фон, здесь у вас идут очень серьезные изменения, связанные либо с детьми. Вот здесь, неважно, какого возраста у вас дети, да, здесь что-то с этими детьми идет, да, вот прям показывается энергия, какие-то очень сильные, важные перемены, потому что у нас выпадает здесь башня на эмоциональный фон, и он затрагивает в том числе и детей. Что у вас здесь с детьми будет? Туз кубков, королева пентаклей и четверка мечей. Знаете, здесь возможно, я не знаю, кто-то как-то вот будет выстраивать свою семейную жизнь, если дети у вас взрослые, да, либо они вам озвучат об этом, либо кто-то скажет, что вот как-то влюбился, что ли. Особенно это касается мальчиков, либо парней, да, что-то здесь такое. С детьми. Какая-то еще
И вот с их стороны, да, будет, что у них все хорошо, как будто бы праздник. А вот с вашей стороны как будто бы какие-то переживания. За что вы здесь будете переживать за детей? Колесница. Вот за их дорогу, за их движение. То ли что медленно все развивается, то ли наоборот у вас будет желание того, чтобы как-то вот развитие в жизни детей происходило намного медленнее. То есть, знаете, вот как-то, как говорят, не гони лошадей. Да? Здесь наоборот, они как-то вот быстро-быстро, то я не знаю, то ли они быстро из дома уходят, то ли вообще какое-то вот быстрое развитие. Что-то здесь с детьми такое будет. Это вот либо наоборот что-то медленно, либо им надо замедлиться, ну, замедлиться. То есть вот здесь что-то быстро, какие-то процессы очень быстро происходят. Ощущение того, что вот идет разрушение обычного ритма жизни. А если мы говорим про эмоциональный фонд, да, то здесь что-то внезапно будет происходить. Что внезапно? Здесь, мне кажется, в лучшую сторону будут выстраиваться отношения. Если в паре, неважно, в новой это паре, в устаканившейся семье, уже сложившейся, есть один из партнеров, кто давал больше, а другой как-то проявлял себя более самоуверенным, да, вот здесь как раз-таки тот, кто проявлял себя более самоуверенным, да, как-то вот, возможно, пользовался вами, либо отношения были как-то не совсем на равных, кто-то больше вкладывался, а кто-то больше получал. Так вот, тот, кто больше получал, у него здесь будет разбито сердце, будет как-то какие-то переживания, и он будет проживать, проживать некое такое перерождение, знаете, человек как будто бы осознает, что, не знаю, что вы имеете какую-то ценность для него, либо для нее, и за вас надо как-то сражаться. Вот ощущение того, что как-то по-другому видит вас этот человек. Угу. То есть тот кризис, который вы прожили, да, здесь был какой-то кризис, вы выйдете, произойдет какое-то обновление, возможно, человек вас увидит более серьезно, как-то по-другому. Вот. Почему я говорю про вас, такое ощущение, что вы вкладывались больше. Но если это так, вот, то есть такое ощущение, что как будто бы вторая половина, да, та, которая была более самоуверенная и как-то вот относилась к вам немножечко снисходительно, типа не больно ты и нужен ты мне, неважно, еще раз скажу, в браке вы или в отношениях, вот, здесь как будто бы посмотрит на вас по-другому. Если новые знакомства, для кого это важно, выпадает король пентаклей. Да, и изобилие. Велика вероятность, что да, будет знакомство с таким человеком, достаточно размеренным, спокойным, простым. Человек, который любит заниматься, либо что-то делать своими руками. Все, что связано с духовным развитием, это вообще не про него. Да, человек такой достаточно приземленный, но не говорит о том, что он глупый. Он такой достаточно простой человек. Незамороченный. Если мы говорим по поводу работы, что будет происходить на работе? На работе будет все по справедливости, так как и должно быть. Здесь могут проходить оплаты, да, если вот вам кто-то там задолжал какие-то там бонусы, какие-то выплаты. Ощущение того, что здесь вот как-то по заслугам, да, то есть вы получите по заслугам. Возможно, будет признание вашей работы. Угу. Признание вашей работы, ваших трудов, да, вот здесь вот тройка кубков и говорит как раз о том, что какие-то выплаты, да, может быть, экстренно что-то вы закончите, какой-то проект, какое-то дело, да, и вот вам начислят дополнительно какую-то сумму. То есть на работе вот здесь, так знаете, хорошо, ровно развивается, спокойно. Спокойно не в плане, что ничего не происходит, а происходит все так, как и должно быть. Да? Вот аркан по справедливости, причем здесь выпадает королева мечей, говорящая о том, что вот все, что будет происходить на работе, вам это известно. Да? То есть вы это предвидели, вы это знали.
Вот, вы так, как вы думаете, в принципе, так оно и будет происходить. Все, что касается партнерства вообще, в общем, да, то здесь будут какие-то перемены, изменения в партнерстве. Я не имею в виду личную жизнь, а все остальные. Речь идет о том, что что-то здесь вскроется, да. Туз мечей нам говорит о серьезной какой-то такой ситуации, либо будет шанс на прояснение какой-то ситуации, либо вскроются какие-то моменты нечистые, это будет достаточно так болезненно, либо здесь будет принято какое-то решение пойти, возможно, в очень хорошее такое сотрудничество, да, то есть, возможно, будет какое-то предложение для сотрудничества. Так, а что еще? Если мы говорим о деньгах от третьих лиц, всевозможные, там, я не знаю, ипотеки, в долг какие берете денег, да, то здесь вот ожидать нету. С клиентами здесь, кто работает с клиентской базой, здесь будет сложно. Я уже говорила, да, здесь с финансами что-то такое творится. Поэтому я не вижу. Отшельник. Отшельник нам говорит о том, что, причем даже то, что связано с сексом, для кого это вот важно, выпадает отшельник. Здесь как будто бы такое, знаете, удаление либо вас, либо вашего партнера, либо вообще у людей нет желания вступать во взаимодействие с другими людьми, да, вот именно в секс. Почему? Потому что на первом месте идет работа. На первом месте работа, вот, а потом уже... А девочки, как говорится, потом, первым делом самолеты. Если мы говорим по поводу планов, планы вы будете здесь строить для себя, будете очень яркими, заметными. Для кого важно обучение, да, причем это не новое обучение, это там, где вы уже обучаетесь, какие-то тренинги, наставничество, не знаю, все, что вы изучаете. Здесь все будет идти достаточно хорошо, причем общение может быть даже с людьми, которые находятся за границей. Вот очень такое яркое, это то, что будет приносить вам удовольствие. Вообще развитие, обучение, планирование, какое-то вот вспоминание о своем прошлом опыте, каким бы он ни был, да, достаточно такая позитивная карта. Что касается целей, которые вы будете ставить, то вы будете находиться в процессе. Вы будете находиться в процессе. И вот сейчас вспомнила, для кого важна операция, кто будет делать операцию, да, если в этом месяце хорошо все пройдет. У нас выпадает и аркан справедливости, и королева мечей. Очень хорошо. Хорошо пройдет. И по здоровью. По здоровью. Нет, здесь здоровье, со здоровьем все хорошо. Со здоровьем все хорошо. Единственное, что если здесь запланированы какие-то операции, внезапных я не вижу. А вот запланированные здесь все пойдет так как нужно. Очень, очень хорошо, очень успешно. Со здоровьем здесь все хорошо, не переживайте. А цели, планы, которые вы ставите, они будут находиться в процессе. Причем это не новые какие-то планы, это то, что у вас уже есть, да, здесь хочется сказать, вот как это, работа кипит, все, что вы запланировали, у вас будет получаться, вам это будет нравиться. Ощущение того, что вторая половина месяца, она будет более эмоциональная, более успешная, то есть все, что будет происходить где-то примерно там с 7, даже с 10 по 15 число, да, такая какая-то активность, вот, серьезные, я имею в виду, моменты, а вторая половина месяца, уже где-то после 20-го, она будет наполнена эмоциями, праздником, радостью, с друзьями у вас все будет хорошо, вы будете находить общий язык, люди вас воспринимают достаточно позитивно, видят вас в лучшем свете. Что касается сценариев, которые вам нужно будет проработать, у нас здесь выпадает рыцарь кубков, говорящий о том, что
знаете, как-то вот больше открываться. Такой интересный момент. Здесь не людям, а здесь вы должны, вас будет обучать. Либо вы будете прорабатывать сценарии некой такой душевности, да, в плане того, чтобы как-то доверять своей душе, да. Либо вот здесь даже не про эмоции, а именно про состояние. Вот иногда бывают такие беседы по душам, да, когда вроде бы неважно, знаешь ты этого человека или нет, открываешься настолько, что вот тебе становится в душе легко. Не потому что ты излил на него что-то, а вот присутствует такая душевная близость. Вот здесь в этом месяце урок вы будете проходить по душевной близости. Причем этот урок долгое время вы его проходите, ничего там в принципе такого не было, не развивалось. Это то, чего вы боитесь больше всего, вот этой вот душевной близости. Да, и здесь как будто бы... Ну, здесь это сложный урок для вас будет, да, как-то вот открыться другому человеку, впустить кого-то в свое пространство. Здесь вам нужно будет побороть свои страхи, побороть свои страхи. Очень серьезный причем урок. Здесь выпадает и Луна, и Аркан Звезды, которые говорят о том, что... Очень сильные здесь какие-то программы у вас по поводу... Да, здесь не про доверие, здесь про умение открываться. Вы вообще никому не открываетесь. Я не говорю о секретах, о том, что вы не можете рассказать. Здесь ощущение того, что рассказать о себе-то вы можете. Но вот как-то вот именно в душу свою впустить какого-то человека нет. И здесь вот прям что-то с этой душой очень важное, какой-то важный урок вы будете проходить, связанный с, именно с душевным состоянием. Король мечей. Здесь вот прям проверка будет. Прям какая-то проверка с королем мечей, с человеком таким достаточно... серьезным, человек, который умеет скрывать свои эмоции, не показывать их, проявлять. И вот такое ощущение, что вы как будто бы будете сталкиваться с людьми достаточно холодными. И вот здесь вот как будто будет проверка того, что вот вам не нужно, ударяясь об них, закрываться. Здесь нужно, как себя нужно будет вести... достаточно стойко. Вот вы будете сталкиваться с какими-то ситуациями словесными, с какой-то словесной полемики, что ли, где вам говорят наоборот, не нужно быть компромиссным человеком, а вот как-то вот отстаивать себя, не бояться, не закрываться. Не знаю, что здесь за сценарий, какая проверка будет. Вы об этом мне напишите в конце месяца. Не знаю, кто смотрит, либо пересматривает расклады. Вот. Лично я, как говорила неоднократно, я пересматриваю особенно прогностику где-то в середине месяца, да, потом под конец месяца посмотреть, что сбывается. Хоть это и общий расклад, могу сказать, что вот где-то процентов на 70-80 лично у меня сбывается. Мне было бы интересно, если бы вернулись на месяц, так, октябрь, да, начало октября, и написали бы как в комментариях, да, как отыгрался ли у вас октябрь или нет. Вот, а потом то же самое сделала в ноябре. Ну, это все индивидуально для каждого. Сами выбирайте. Так, это у нас была первая позиция. Переходим к позиции номер два, красненькому камешку. Так, двоечки. Смотрим вас. Сейчас я перемешаю колоду. Не хотела оставлять, хотела всю колоду опять собрать. В этой колоде больше 78 карт, потому что есть альтернативные, а я их все и оставила. Мне нравится работать с полной колодой, с дополнительными картами. Так, смотрим, двоек. Что, какой месяц у вас будет? Королева Пентаклей.
Так. Выложу сначала арканы. А, такой, знаете, достаточно хоть и выпали великие арканы, простой месяц, простой, я имею в виду, без каких-то особых трудностей и сложностей, хотя здесь арканы, говорящие о трансформации, у вас выпадают. Ну, давайте по порядку. А, каким будет ваш месяц? Ваш месяц будет по королеве Пентаклей. Стабильный, в обычном режиме, как вы привыкли, без каких-либо изменений, в заботе, внимании, может быть, будете уделять, если вы работаете, да, то все свое время непосредственно работе, если не работаете, то, возможно, какие-то домашние дела будут занимать у вас большую часть энергии. Но энергия такая приятная, больше акцент на заботу. На заботу в том числе и о себе. Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь восьмерка кубков говорит о том, что придется вам куда-то двигаться дальше. Что-то здесь нужно будет оставить. Что здесь нужно оставить? Бездействие какое-то, когда долгое время что-то не развивалось именно в профессиональной сфере. Вот. И придете вы к какому-то такому гармоничному решению с королем мечей. Так, о чем нам здесь говорит эта позиция? Какое здесь решение? Либо вы король мечей, либо вы будете принимать это решение с королем мечей. О чем здесь? А такое ощущение, что, знаете, здесь если все-таки... Ох! Угу. Тройка мечей. А было какое-то разочарование по поводу финансов, да, то здесь как будто бы все нормализуется, и вы договоритесь. Король мечей может быть как ваш, например, муж, если вы женщина, да, либо это может быть, там, я не знаю, начальник. Была здесь, в общем, по финансам какая-то ситуация не очень хорошая, в которой долгое время не развивалась. Может быть, вам деньги должны были. В общем, вы переживали очень сильно по этому поводу. И здесь как будто бы придет какое-то разрешение. Может быть, вам деньги должны были на работе, да? Долгое время не выплачивали. Либо, я не знаю, сказали, что урежут как-то, да? И будут платить так, как, допустим, вам платили, когда вы только устроились на работу, не обращая внимания, например, на ваш стаж. Вот что-то такое, здесь не очень какие-то хорошие моменты были, может быть, долгое время не выплачивали, но здесь какие-то задержки были, то, что вас ранило. Вот, и сейчас эта ситуация будет развиваться, да, во что она выльется, то есть как это будет развитие этой ситуации. Как она... Здесь движение, рыцарь мечей, движение, десятка кубков. Могу предположить, что ситуация изменится в лучшую сторону. Каким образом, более подробно не буду смотреть, потому что все-таки это предсказательная система, да, мы смотрим больше как энергия. Более подробно сказать не смогу, но в лучшую сторону однозначно изменится ваша финансовая сторона. У меня такое ощущение, что вот как будто бы для какой-то категории людей, да, если вы, например, не работаете, вынуждены были там просить у своего мужа денег, вот, и он как-то не соглашался, не хотел, как-то против был, то здесь вот что-то такое произойдет, и он даст вам ту необходимую сумму. Не знаю, как будто бы вы договоритесь о чем-то. Все будет так, как когда-то было хорошо. Вот здесь такой момент тоже может быть. Что касается общения и коммуникации в этом месяце, как ни странно, я не вижу для вас двоечки. Я знаю, насколько вы чувствительны и ранимы, я не вижу здесь общения. Здесь что-то произойдет внутри вас, потому что выпадает башня. Что-то такое внезапное, что-то неожиданное. Вот, может быть какая-то ссора, да, здесь такой вариант тоже может быть, почему, потому что ваши друзья, либо внешний круг будет видеть вас по пажу мечей, человека такого достаточно колкого, обидчивого,
человека, которому, знаете, вот как ежика, лишний раз не подойдешь, ничего не спросишь, да, почему? Потому что, ну, настороженного немножко в словах, и иногда ваши слова могут ранить. В этом месяце почему? Потому что ваше внутреннее какое-то состояние, оно не совсем хорошее вот здесь вот по аркану башни. Это связано как-то с вашим будущим, либо это связано с каким-то мужчиной, с достаточно таким ярким и немножечко эгоистичным. Здесь общение с этим человеком будет даваться вам сложно. Вы как будто бы не можете с ним найти золотую середину и вот какой-то шанс. То есть вот ваше, то, что будет происходить с этим человеком, это как-то вот повлияет на вас, на ваше нежелание общаться с другими людьми. Здесь как будто бы как-то, не знаю, неожиданно что-то случится, либо вам дадут какие-то дела, нужно будет сделать дополнительно. В общем, что-то здесь такое неожиданное будет. Но плюс того, что вам дастся через эту сложную ситуацию шанс. Шанс, который... Велика вероятность, что вы за него ухватитесь, но через какие-то страхи, и причем очень сильные, и внутренняя борьба у вас будет. Я не знаю, о чем здесь идет речь. Вот, но в коммуникации будет происходить нечто такое. Вот, да, и у нас здесь отшельник вышел на дне, который говорит как раз, что как-то вы будете в этом месяце больше интровертны. Сложно вам будет вообще общаться. Что касается дома, семьи, дома как здание, помещение и семьи как ценности, у вас выпадает аркан смерти, говорящий о том, что здесь будут изменения. Какие-то перемены, в первой позиции тоже было что-то там с детьми было связано, здесь у вас не с детьми, здесь у вас в доме идут какие-то перемены, какие-то трансформации, какое-то преображение, я не знаю, может быть, ремонт кто-то затеет. Вот, как идея, да, но вот что-то здесь нужно будет изменить в доме. Что это за изменения будут? Паш Пендакли. Не знаю, какие-то новые начинания. И в этих новых начинаниях вы как будто бы просите о помощи, да. О чем-то здесь очень сильно думаете, фантазируете, мечтаете. Не знаю, здесь какие-то перемены, которые вроде бы они связаны и с будущим, и в то же время что-то здесь будет происходить. Что же будет происходить здесь? По справедливости будут какие-то изменения. И мне кажется, что все-таки в лучшую сторону. Кто-то вам здесь поможет. Кто-то поможет. В доме будет какая-то помощь. Я не знаю, с чем это связано. Но здесь идет какая-то помощь. Так, а что у нас по эмоциональному фону? Ну вот знаете, как и в первой позиции, я не вижу, чтобы здесь были эмоции. Пятерка Пендакли говорит о каком-то кризисе. В том числе этот кризис, связанный с семьей. Вот у вас как-то семья. Все, что связано с семьей, в этом, этот месяц делается акцент. Какие-то трудности, да, может быть, даже финансовые трудности, сложности, да, может быть, что-то связано, я не знаю, с болезнями. Вот какие-то трудности в эмоциональном плане, либо вообще, знаете, вот ваш настрой такой будет, какое-то, вы знаете, нежелание, не до эмоций здесь. Не до эмоций. Здесь тоже выпадает аркан перерождения. Вот как-то что-то связано с вашей личностью, да, вот при видимом такой, при видимой стабильности по королеве Пендакли, да, видимой заботы, вот какой-то рутины обычной, внутри вас будут происходить какие-то перемены. Это у меня ощущение, что это связано с каким-то одним конкретным человеком. И почему-то я склоняюсь к тому, что это мужчина. То есть здесь мужчина играет какую-то главную роль, косвенно, либо напрямую. Он заставляет вас как-то меняться.
И вот это вот ваше внутреннее состояние, оно раскручивается как-то вот и на вашем доме, и на вашем эмоциональном фоне. Перерождение идет в чувствах, в ваших чувствах. Во что вы тут перерождаетесь? В тройку жезлов. Человека... Знаете, в человека более самоуверенного, скорее всего, вообще уверенного в себе человека. Да, которые, вот перемены, мне кажется, что здесь хоть они немножечко трудные, но в лучшую сторону. То есть вы вроде бы как-то оглядываетесь на свое прошлое с некой такой настороженностью, да, что вдруг опять будет так, как было в прошлом. Но как-то вы здесь уже поступаете по-другому, да, что-то новое в вас зарождается. Стабильная, уже здесь как-то, не знаю, вы ведете себя уже по-другому, с лучшей точки зрения в эмоциях. Как-то ваше восприятие, возможно, меняется, да, и ваш эмоциональный фон, взаимодействие с другими людьми. Но это вот как будто бы как следствие, да, сначала что-то там будет происходить как будто бы с деньгами, это как-то повлияет на ваш дом, сначала на ваше настроение, потом повлияет как-то на дом, потом это имеет какие-то последствия на ваши эмоции, состояние, взаимоотношения с другим человеком, с партнером. Вот. Что у вас здесь в браке будет для тех, кто в браке? Ну, пока восьмерка мечей, да, восьмерка мечей и отшельник. В принципе, пока вы закрываетесь, вы сами по себе в своем каком-то личном пространстве, в котором вы не пускаете своего партнера, вот, потому что видите какую-то безысходность в этой ситуации. То есть в семейной жизни я не могу сказать, что у вас есть какие-то трудности, просто вы как будто бы наталкиваетесь на одни и те же грабли. И нет возможности пока решить эти отношения. Да, здесь по отшельнику вы закрываетесь и думаете, возможно, ищете ответ на вопрос. Скорее всего, занимаетесь самокопанием, да, то есть у меня такое ощущение, что вам вообще не до партнеров, не до людей, вот что-то важное внутри вас происходит, какое-то новое перерождение, то есть вы не то, что вы зациклены на себе, а вот как-то вы себя взращиваете, что-то внутри в себе вы взращиваете сейчас на данный момент. Будет ли новое знакомство, для кого это важно и актуально? Ну, есть возможность, я бы сказала, больше для дружбы, для общения, да, потому что пятерка жезлов и пар жезлов у нас говорят о новых начинаниях, да, по пажу жезлов, но при этом, вот, скорее всего, как некая такая притирка может быть, да. Если кто-то уже познакомился, то здесь вот именно вот этот вот процесс притирки. Если кто-то еще не знаком, то, скорее всего, какая-то дружба больше, я бы так сказала. И некий такой флирт, да, он присутствует. Но ничего пока такого серьезного вообще здесь нет. То есть если будет знакомство, оно, скорее всего, такое, больше на общение, такое лайтовое. Без чего-либо такого серьезного. Так, если мы говорим про профессиональную сферу, то здесь про работу. У нас выпадает паж кубков, говорящий о том, что вот у вас очень много идей, да, каких-то желаний что-то сделать. Угу. Как прийти именно к императрице, к человеку такому уверенному в себе, статусному, да, как можно себя, возможно, презентовать, как можно зарабатывать на своих каких-то идеях. Но это вот пока больше на стадии... На стадии планировать, даже не планирования, а вот каких-то фантазий, идей, воображений, представлений. Я не вижу, чтобы здесь было как-то... Что-то вы прикладывали какие-то усилия для того, чтобы реализовать свои идеи. Да? Здесь, скорее всего, больше вот в черновик как-то вы что-то там пишете, записываете и в шкафчик кладете. То есть пока вот такой уровень.
Вот. А для тех, кто вообще, в принципе, работает, то на работе и... Нет, не на работе, а в принципе все, что связано с профессиональной сферой, здесь достаточно гармонично, здесь сбалансировано. Вот. А вот с коллегами здесь могут быть какие-то ссоры. Будьте внимательны, есть ощущение какого-то такого, знаете, подвоха, может быть, кто-то вас подсиживает, да, либо кто-то распускает какие-то сплетни, либо что-то там происходит такое на работе, а вас подставляют. Здесь с коллегами нужно быть немножечко, глядеть в корень изначально, да, потому что паж мечей никогда не сулит ничего такого хорошего, да, то есть все время надо держать глаз востро, либо ухо востро, как правильное выражение. Вот. А так, по крайней мере, ваш настрой на работе, он такой достаточно гармоничный, потому что и паж кубков, и двойка кубков, и аркана императрицы говорит у нас за гармоничное развитие, то есть беспокойств, переживаний у вас на работе не будет. Давайте я так скажу. Вот. А с партнерами, у кого они есть здесь, вот непонятная какая-то ситуация. Непонятная ситуация. Неясная. Луна выпадает. Мутная какая-то ситуация. Что касается денег от третьих лиц, либо вообще вопроса какого-то сексуального, может быть, аспекта, для кого это важно, здесь будут происходить очень серьезные трансформации. Вот именно в этой области будут происходить очень серьезные трансформации. Это восьмой дом у нас еще отвечает за... Как она называется? За наследство. За смерть, за наследство. Вот здесь вопросы наследства тоже каким-то образом завещаний, да, каким-то образом всплывут. Всплывут. А для кого это важно? Причем, если вы знаете, сейчас внимание, да, я не говорю сейчас о смерти или еще что такое, но если вы знаете, что у вас есть человек, который ну, идет к этому, да, то есть, то вопросы как раз-таки наследства от тех людей, которые вы предполагаете, что вы получите, они могут всплыть. Да, здесь такой момент перехода человека в мир иной может быть, но опять-таки я не буду 100% про это говорить, вот, потому что либо здесь может быть, знаете как, тот, кто уже умер, да, человек, который уже отошел в мир иной, вот, может быть, наступил момент, когда сейчас будет вскрываться завещание. Потому что, насколько мне известно, я не знаю, сразу, по-моему, не вскрывается, на что прошел какой-то период. Вот здесь вопросы почему-то наследия, завещания, они актуальны для кого-то. Для кого нет, забываем. Идем дальше. То есть здесь вопросы, связанные с сексом. Может быть какое-то обновление. Обновление. Я не говорю о том, что как-то вот всплывет новая искра, да, и почувствуете заново какое-то сексуальное желание. Здесь какие-то изменения идут. На уровне, возможно, инстинктов. Такое тоже может быть. Какое-то обновление. Когда человек заново рождается. Какие-то изменения здесь тоже произойдут. Ну и я и говорила по поводу денег от третьих лиц. Да, то есть здесь что, все, что связано как-то с семьей, это может быть. Да, то есть если это у вас деньги, например, от семейного бизнеса. Либо это деньги на... покупку дома для семьи, именно для, не для одного человека, а вот именно для семьи. У меня такое ощущение, что возможно здесь одобрится, будет какое-то одобрение. Либо вы получите деньги от кого-то из вашей семьи.
Еще такое, знаете, вот у меня ощущение не от карты вообще, что, возможно, вам предложат как-то ухаживать за каким-то человеком взрослым, ну, стареньким, и вот с проживанием как-то вот в его доме, да, то есть и с вариантом того, что вот когда этот человек умрет, он, возможно, там на вас оставит этот дом, но надо за ним как будто бы смотреть, вот, да, до последних его дней. Вот здесь как-то вот прям точно для кого-то. Здесь вопрос семьи вообще очень такой достаточно серьезный. Вот в ноябре почему-то для вас будет так. Что касается целей и достижения ваших каких-то целей, здесь я вижу разочарование, да, здесь слезы, что-то, видимо, не получается. Если мы говорим про поездки за границу, здесь тоже нет обучения, тоже нет. Общения с людьми, которые находятся далеко, за границей, тоже нет, если для кого это важно, да, то есть здесь четверка мечей у нас в этой позиции говорит о том, что сейчас как будто бы нету сил, нету ресурсов вообще чем-либо заниматься, никаким ни обучением, никакими поездками, вот, и вообще ни с кем я коммуницировать не хочу. Но вот месяц, он как будто бы такой, больше интровертный, я уже сказала. А вот сценарий, который вы должны будете проработать, он связан непосредственно с процветанием, да? Вот именно с изобилием и процветанием, скорее всего, в вашей душе. Вот здесь акцент в этом месяце, он будет больше направлен на, как я уже сказала, внутри вас. И что-то будет перерождаться. И это не случайно, потому что вам нужно будет в этом месяце отрабатывать как раз-таки вот этот вот аркан вашего богатства, душевного богатства, не материального, а душевного богатства. Да. То есть здесь говорится о том, что прежде чем вы двинетесь дальше, да, здесь вот вам как будто бы внутри вас надо найти гармонию, двойка кубков, надо найти какое-то успокоение. И это, знаете, это не совсем про баланс, да, когда вот все хорошо, фоново нет. Здесь что-то другое. Здесь какая-то новая гармония для вас. Какое-то новое состояние, которое... у вас ощущение того, что у вас этого не было. Вот какое-то новое состояние здесь у вас должно родиться. И именно на этой энергии, на этих частотах вы пойдете в новое. Что это за состояние? Ну вот аркан шута выпадает. Вот мне кажется, вот все, что я описывала, да, вот это как раз для того, чтобы вы отработали этот сценарий внутреннего какого-то богатства. Это новое состояние, я не знаю, как его описать. Это даже не гармония, не умиротворение. А это вот, я не знаю, какое-то может быть минутное блаженство, но... это блаженство, оно как будто бы изменит ваше сознание. Возможно, это какой-то инсайт будет, либо как-то вы дойдете, либо что-то случится в вашей голове такого, что заставит вас, вот вы прям проживете это. Вы поймете, о чем я говорю. Оно будет такое мимолетное, но оно как будто бы, хочется сказать, вот ради этого вы жили весь этот месяц. То есть вот что-то внутри вас зрело, вот как раз аркан иерофанта выпадает на дне, что-то зрело внутри вас, а потом произойдет какой-то такой инсайт, какое-то вот вы словите состояние абсолютно новое для вас, вы его никогда ранее не замечали. Именно не замечали, оно было внутри вас. И вот, знаете, это как очень похоже на то, что вот всю жизнь живешь, за что-то переживаешь, волнуешься, а потом, например, случается какой-то пожар, и ты как-то утратил абсолютно все. И дом, и кров, и быков, и коров, и так далее. И остался, как говорится, с голой пятой точкой. И в этот момент ты начинаешь улыбаться и говоришь, что Творцу, я понял, мне ничего не принадлежит. И вот как будто бы вот такое, знаете, состояние, казалось бы, надо горевать,
А вы славливаете такое состояние, что вот оно блаженство. Наконец я понял, в чем смысл жизни. И после этого вы идете в новое, и у вас налаживается жизнь. Вот здесь про то. Здесь не то, что вас забирают для того, чтобы как-то вот вы ощущали себя обездоленными. Нет, а вам надо словить как-то вот это вот состояние. Вы его осознанно не словите. То есть это вот даже если вы будете практиковать. Какая-то вот, вот, знаете, весь месяц будет что-то назревать там где-то в числах 25-28, вот что-то такое произойдет, и вы поймете, скажете, вот ради этого, вот весь месяц вот это все со мной происходило. То есть пришло время, и вы как будто бы что-то внутри себя, как-то вот через понимание у вас появится это состояние. И оно будет настолько кайфовое и приятное для вас, что именно в этом состоянии изменится, а хочется сказать, ваша точка сборки, да, то есть то, через что вы смотрите на этот мир. Ваше мировоззрение как будто бы изменится. И оно поможет вам в дальнейшем как-то посмотреть на жизнь по-другому. И исходя из этого нового видения, вы будете выстраивать свою жизнь. Здесь Шут как раз таки про это говорит, да, и вот Аркан Луны. Аркан Луны нам это подтверждает, великие арканы и король Педакли. После этого вы будете выстраивать, знаете, ощущение того, что вы как будто бы идете по коридору, и в нем очень много дверей. И есть одна дверь, которую вы в упор не видите. Но это именно та дверь, которая вам нужна. И вот вы заглядываете в каждую дверь, что-то там ищете, в каждой двери есть что-то свое. Но потом вдруг как-то неожиданно вас разворачивают, не знаю, каким образом, к этой двери, которую вы не замечали, вы ее открываете и говорите, так вот же, вот что я искал. И вам говорят, так она всегда была перед твоими глазами, а ты это не видел. А вы в упор не замечали, потому что вы были не готовы. И вот вам открывают эту дверь, и вы входите. И там как раз-таки, вот хочется сказать, как, знаете, вот арсенал хорошей домохозяйки, которая любит готовить. И вдруг ее неожиданно она готовила своей какой-то хрущевке, и вдруг ее неожиданно, да, определили, я не знаю, в какой-то мастер-класс, где есть абсолютно все инструменты, все, что необходимо, абсолютно все продукты, о которых даже есть те, которых она даже и представления не имела. У нее так вот глаза разбегаются, она не знает, но при этом она довольна и радостна, что теперь я могу приготовить все самые торты, я не знаю, пироги, все что угодно, все, что я хочу, вот наконец-таки. То есть, допустим, раньше из каких-то подручных продуктов, да, вы что-то готовили, а здесь все абсолютно, что у вас есть. И вы будете очень этому рады. Но вот к этому вы придете, вас весь месяц будет к этому подготавливать. На этом я и завершу. Что касается здоровья, скажу только, в принципе, здесь хорошо будет. Единственное, что может быть отечность у кого-то. Вот. И для кого это важно, беременность. Здесь будет, у кого-то наступит беременность. Для кого это важно? Здесь даже для кого-то это будет неожиданностью. Потому что у нас в доме здоровья выпадает и двойка кубков, и императрица, и паж кубков, да, как ребенок. Особенно если кто-то недавно вступил в брак. Здесь идет беременность. Вот такая вот у меня была и вторая позиция. Как я говорила в первой, если вы смотрели прогноз на октябрь, и у вас что-то сбылось, напишите, пожалуйста, комментарий. Мне будет интересно посмотреть, у кого и что, как сбывается, как отыгрывается, если отыгрывается. Если нет, нет, все-таки это общий расклад, а прогностика это такое, знаете, на самом деле неблагодарное дело, потому что вроде бы казалось, мы люди такие предсказуемые в силу того, что модели поведения у нас очень схожие. Но при этом вот именно в прогностике здесь присутствует такая вещь, что стопроцентно сказать, что вот будет так или иначе, нельзя. Не получится, да, вроде бы можно просчитать, но чтобы это сбылось со 100%, все-таки это прогнозы, а не ясновидение, и даже в ясновидении тоже не все могут увидеть будущее, потому что она настолько пластичная, вроде бы, знаете, так интересно, с одной стороны, у нас как будто бы нет выбора,
То есть у нас выбор без выбора, например, из двух или трех вариантов. Вот. А с другой стороны, все равно 100% предсказать, что будет, ну, невозможно. Я не верю в это. Лично я не верю. Может быть, кто-то верит, и кого-то прям 100% сбывается. Вот. Но мне кажется, это невозможно, потому что очень многие факторы внешние влияют. Если бы это все только зависело только от нас, от людей, то тогда, наверное, да, можно было бы предсказать, потому что, опять-таки, у нас очень много привычек, да, очень много автоматизмов. Но, с другой стороны, всегда есть какие-то внешние факторы внезапные, которые могут повлиять. Так, переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку. Звуки с улицы. Троечки, приветствую вас, смотрим. Месяц у вас начинается такой достаточно решительный по тузу мечей. В доме тоже все хорошо. В партнерстве будут какие-то разочарования. Ну, классно, супер. Хоть одна позиция будет хорошая, да, троечки. Я вас, в принципе, могу поздравить. Ноябрь для вас будет хорошим месяцем. Я вот все боялась, что вдруг будет так же сложно, как, допустим, во второй позиции. Но все же. Значит, общая энергия месяца. Туз мечей. Энергия такая очищающая, да, она резкая, она болезненная. Но здесь вот такое чувство, знаете, как... нарыв, который уже созрел, и он, даже если бы его не вскрывали, он бы сам прорвался. Поэтому здесь такая энергия уверенного человека, достаточно решительного, да, то есть вы будете решительны, вы будете активны, очень много идей будет у вас по поводу того, как вам поступать, что вам нужно делать. Дальше мы посмотрим, будут ли действия или нет. В принципе, готовность я вижу уже сейчас, что готовность к действиям есть. Вот. Я не думаю, что здесь будут конфликты, хоть и выпал туз с мечей. Я говорю больше здесь про энергию такого решительного, уверенного человека, готового к действиям. Это общая энергия. Что касается финансов. С финансами у вас будет здесь какое-то промедление. Нет, вру. Наоборот, очень быстрое какое-то развитие. А быстрое скоростное развитие, либо здесь как подсказка, что вам надо как-то быстрее двигаться в финансовом аспекте. О чем здесь? О чем? Сообщения могут быть тоже о деньгах, какие-то повестки. Вот. Но это связано с тем, что у вас здесь отшельник выпадал. То есть вы были как-то, ну, более замкнуты и... Может быть, искали ответ на вопрос, как зарабатывать, но здесь, смотрите, выпадают два великих аркана. Аркан отшельника и колеса фортуны. Здесь у вас будет перемены. Причем очень быстро, быстро все начнет закручиваться по финансам. И тут жезлов, да-да-да. Возможно, вливание каких-то новых финансов, да, новой какой-то волны. Либо у вас будут идеи, на которых вы сможете зарабатывать. Либо появится какое-то желание. Здесь перемены. Перемены и вот, может быть, новые какие-то притоки вот, финансовые тоже здесь могут быть. Здесь перемены. Перемены в лучшую сторону. Давайте так скажу. Сказать, что вот прям будет много денег, хотя по колесу фортуны можно. Но здесь главное колесо фортуны, чтобы оно нам фартануло и дало денег. Очень важно быть в ровном, спокойном состоянии и не переживать. Деньги не любят, когда мы переживаем, за что-то волнуемся. Вот здесь прям, если вы не будете переживать, здесь даже удача какая-то идет. Да? К вам деньги приходят внезапные, может быть, даже какие-то выигрыши. Как-то вот какие-то неожиданности, но приятные будут по финансам. Что касается коммуникации, поездки близкие, на близких расстояниях, да, такие тоже есть. Коммуникация, общение присутствует, вы ощущаете себя, вы себя видите как шестерка жезлов, человека победителя на коне,
Человек, который удовлетворен от своих амбиций, человек, который получает удовольствие от того, что у него все получается, все складывается так, как я хочу, так, как я задумал. Вот. И во внешнем, внешний круг вас видят как раз-таки как человека такого стойкого, стойкий оловянный солдатик, да, человека уверенного, который преодолел какую-то трудность, кризис в своей жизни и чему-то научился. То есть, знаете, как-то, хочется сказать, быть собранным, не рассыпаться, не падать при первых каких-то трудностях, сложностях, где действительно, знаете, такой солдат. Солдат с хорошей точки зрения, который уже накачался, да, то есть прокачал себя, прокачал свои навыки, и его уже с пути сбить достаточно сложно. И поймать его врасплох достаточно сложно. Он все время собранный, он все время сфокусированный, сконцентрированный. Вот здесь вот такая энергия идет по шестерке жезлов. Так вас видят по аркану стойкости и другие люди. То есть, в принципе, они вас видят на коне. Это хорошо, потому что столько трансформаций и трудностей у вас было в жизни, что сейчас они, ну, уже сложно сказать, чтобы у вас увидеть какую-то жертву, да, вы далеко уже не жертва. Вот. А если мы говорим про дом, либо про семью, то выпадает королева жезлов, говорящая о том, что в доме у вас все хорошо, все горит, все кипит. Если вы женщина, вы являетесь вот хранительницей вот этого очага по королеве жезлов, да, которая везде все успевает. В принципе, больше акцент здесь на профессиональную сферу, но вы умеете все сладить в доме, то есть, допустим, успеваете как-то совмещать. Если не успеваете приготовить, по крайней мере, сможете вовремя заказать, причем очень вкусную еду, которая не отличается от домашней. Все кипит и все ладится, да? Здесь все на позитиве. Очень, очень приятные энергии, позитивные, теплые. Есть такая, знаете, хочется сказать, женщина, если вы женщина, женщина-кудесница, у которой все, все кипит и все схвачено. Все схвачено, причем, знаете, у меня картинка такая идет, как у ведьм, который заходишь в дом, да, а там, причем она не просто ведьма, она еще и какой-то инженер, механик, конструктор, да, где есть какие-то, там, не знаю, за ручку повернешь, там свет включается, куда-то там перешагнешь, там, я не знаю, чайник начинает кипеть. Вот что-то здесь мне в такое показывается, да. Очень хорошая энергия. Энергия добра и энергия гостеприимства, причем избирательного гостеприимства, в плане того, что да, приходите, я не против, но я наблюдаю, да, чтобы ложечки потом не пропали в моем доме. То есть меня не проведешь, меня не обманешь. Вот. Но такой, знаете, человек, который все время что-то скрывает, да, либо создает вот эту вот атмосферу недосказанности, что-то недоговаривает. С одной стороны, так вроде бы, да, дом, как и душа, нараспашку, но все равно я что-то не рассказываю, что-то не покажу. И вот все время возникает такое ощущение, как будто бы есть где-то эта потаенная дверь, как у синей бороды, за которой скрываются секреты этой синей бороды. Да? Вот здесь что-то такое, вот даже в вашем доме все время есть. Не знаю, особенно если вы мужчина, всегда есть какие-то заначки. Где-то вот вы, ощущение того, что вы прячете какие-то заначки в каких-то книгах, в носках. Где-то я там не знаю, как в роликах ТикТока показывают, да, женщина все время находит где-то там в ящичке снизу, где-то приклеивать. В общем, что-то где-то что-то прячете. Все время здесь есть что-то такое. Если мы говорим про любовную сферу, вообще про эмоции, то здесь про любовь, двойка кубков, наконец-таки, я же говорю, вот ваши позиции, первые две были какие-то достаточно сложные, ваши все хорошо, здесь есть любовь, здесь присутствует взаимопонимание, здесь присутствует гармония, здесь присутствует соединение прям родственных душ. Возможно, в вашем эмоциональном плане такое есть ощущение, что наконец-таки я сгармонизировал свою эмоциональную сферу, да, то есть я могу общаться с людьми, меня понимают, с партнером я нашел, либо нашла взаимопонимание, я нашла того человека, с которым мне хорошо, мне комфортно, вот, то есть, причем есть у вас даже понимание с детьми, что немаловажно,
В принципе, не хочется даже ничего вытаскивать. Да, была какая-то конкуренция. Вот, но здесь либо притирка, если это новые какие-то у вас отношения. Но все заканчивается девяткой кубков. Все хорошо. Знаете, напоминание такого сытого маленького котенка, который наелся, у него спух животик. И вот он так лежит, причем на спинке, и не может двигаться, потому что наелся, насытился. Вот здесь в эмоциональном плане у вас вот такое состояние. Если здесь речь идет не о парах, а о семье, то здесь вот все, в принципе, знаете, как... Какие-то ссоры могут быть, да? Вот мне идет, например, что... Обычно говорят, что женщины как-то чем-то недовольны, выносят мозг, а здесь почему-то у меня такое ощущение, что вот именно мужчина ваш, а если вы мужчина, это вы выносите мозг своей женщины, все время чем-то недовольны. Там, где мои носки, где это, почему я не могу найти свой гаечный ключ, либо еще что-то. И вот здесь такое ощущение, что когда вы начинаете такое говорить, ваша женщина все время улыбается. И вот она говорит, вот все время тебе, Петя, не так. Все ты не можешь найти, у тебя перед носом лежит, ты это все время не можешь найти. Здесь что-то такое, ну, то есть с любовью. Если есть какие-то разногласия, да, вот, либо он как-то вот, почему-то я вижу мужчину, который больше задевает женщину, но не в плане, чтобы ее обидеть, а вот именно поддевает, да, что-то такое скажет, вот, и, ну, здесь такое ощущение, что вот какой-то, это какая-то игра, какой-то флирт, знаете, есть пары, которые много-много лет живут, и они друг друга уже понимают без слов. Вот здесь вот примерно такая пара, которая разговаривает на своем каком-то языке, да, в плане того, что вот у них есть общий кодекс их коммуникации, общения, и вот они могут друг друга как-то вот поддевать, и со стороны может казаться, что ну, что-то он там, не знаю, обиделся, например, мужик, да, либо хочет задеть свою жену, но потом выходит эта прекрасная милая дама, вплывает и говорит, нет-нет, он меня любит, он просто вот такой, да, вот что-то здесь такое есть, очень приятная, хорошая энергия, мне очень рада, приятно их ощущать. Если мы говорим про профессиональную сферу, то здесь вообще замечательно, королева мечей говорит о том, что у вас есть знания, у вас есть опыт, все идет так, как вы сами себе прорицаете, предсказываете, говорите, планируете, идет договоренности, все идет так, как и должно быть, вы контролируете ситуацию полностью. Королева мечей вообще прекрасная здесь на позицию готовности действовать и нести ответственность, да, то есть у меня микрофон тягивает от тяжести. Ответственность вы несете, и на работе все, знаете, все ходят, как хочется сказать, по струнке, особенно если вы являетесь начальником, либо начальницей, с вами считаются, к вам обращаются, прислушиваются к вашему мнению, да, то есть здесь вот прям замечательно. Такое ощущение, что вот двойка кубков на эмоции, прям идеальная карта. И королева мечей на профессиональную тоже вот прям идеально подходит. С партнерством у вас было, профессиональным я имею в виду партнерством, либо вообще в партнерстве, но не в личной жизни, а там с людьми. Здесь идет некое такое разочарование по тройке мечей. С чем это связано? Здесь я могу предположить, аркан смерти выпал, что у вас идет смена вашего окружения, и, возможно, на этот счет вы немножечко переживаете. Либо вам приходится сменять как-то своих партнеров. Что касается коллег, с коллегами здесь вообще прекрасные, замечательные отношения, есть понимание друг друга. Вот, иногда, правда, есть некие персонажи, которые становятся вот упрямыми, да, мне хочется сказать, что вот они, упрямо им говоришь, они как непробиваемые, но здесь не в плане того, что они не понимают и не соображают, а в плане того, что вот как будто бы иногда хочется как-то вот не то чтобы насолить, а против, вот какое-то бунтарство они высказывают. Вот, а так в партнерстве здесь обновление необходимо, либо коллектив, как-то вот в коллективе, в партнерстве, я не знаю, люди уходят, и вы должны набрать новый коллектив, либо
нового партнера какого-то, либо здесь вот что-то завершилось, да, и вы переживаете на этот счет, но не переживайте, новое, оно придет, оно будет еще лучшим, потому что выпадает аркан с звезды, то есть так, как вы хотите. Новое партнерство, для кого важно, оно будет, вот, хочется сказать, идеально вам подходить. Причем новые партнеры, они могут быть не из той местности, в которой находитесь вы, где-то издалека, либо, вот, возможно, по удаленке тоже такое может быть. Найдете себе на каких-нибудь сайтах людей, которые вам будут подходить. Если мы говорим про для кого важно, значит, секс, то король кубков говорит вообще о таком, знаете, очень внимательном и не то чтобы партнере, а сексе, который вас наполняет. И это очень важно, когда после секса не ощущаешь опустошение, а наоборот наполнение. Да? То есть вот это вот присутствует не сам акт, а именно внимательность, да, которая необходима, по крайней мере, женщинам. Внимательность к партнеру, да, забота о нем, проявление чувств, чтобы вот это не было так, знаете, какой-то рутиной, а вы получали от этого удовольствие. То есть король кубков говорит здесь о том, что вот удовольствие, да, по крайней мере, вы получаете. Если мы говорим о финансах, связанных с третьими лицами, вот, то здесь, возможно, есть какое-то переживание, волнение по поводу того, что что-то не получается. Не получается, причем не получается уже долгое время. И что-то внезапно произойдет и начнет движение. Здесь смотрите, значит, если у нас есть, вы работаете с клиентами, ощущение того, что как будто бы, я сказала, здесь финансы у вас запустятся, изменения, здесь выпадает башня и дальше рыцарь жезлов, которые говорят о том, что у вас перемены произойдут, да, то есть клиенты будут приходить, они будут удовлетворены, вот, и как будто бы пойдет новый поток, тройка педаклей на дне. Новый поток пойдет с финансами тоже. Я не могу сказать, что прям много денег будет, но, по крайней мере, поток финансов от третьих лиц, он откроется. А если мы говорим про обучение, либо, там, я не знаю, опыт, планирование, вот, то здесь как-то все очень медленно, да, ничего, в принципе, особо не развивается, очень медленно, такая тягомотина идет. Я не могу сказать, что здесь вот обучение, которое вы проходите, для вас это, ну, интересно, занимательно. Что-то как-то там не происходит нужного, либо должного какого-то обмена. Ну, вас это обучение, оно не обогащает. Как-то вот, может быть, прискучило, надоело. Да, вот здесь про это. Может быть, долгое время что-то не происходило, и поэтому касательно опыта, здесь перевернутая восьмерка жезлов как раз говорит о том, что какая-то новизна необходима. Может быть, нету ничего такого интересного, чтобы можно было вспомнить. Здесь какое-то обновление должно произойти. Если мы говорим о целях, насколько получится достижение тех целей, которые вы загадываете на месяц ноябрь, то тройка кубков говорит о том, что прекрасно, замечательно, ваши цели могут реализовываться, причем реализовываться не в одиночку, а в компании, в какой-то либо совместно с какими-то людьми. Вот. И вы сможете их достигнуть. Если мы говорим про сценарии. Какие сценарии у нас здесь выходят? По четверке пентаклей, знаете, сценарий будете проходить, когда где-то в каких-то моментах все равно будете хвататься за то, что должно уже уйти. И, возможно, это вот, коль здесь выпал аркан смерти, это будет как-то связано с партнерством. Как-то будете хотеть, что, ну, я не хочу утратить этого партнера, потому что, не знаю, может быть, он такой ценный кадр для меня, да, вот, но, то есть здесь как будто бы проверка идет на то, насколько вы умеете отпускать прошлое, да, здесь проверки у нас будет в профессиональной сфере. В профессиональной сфере у нас выпадают пентакли, рыцарь пентаклей и паж пентаклей.
Да, здесь сценарий будет связан непосредственно с вашими ценностями, с одной стороны. С другой стороны, именно в формате того, как вы зарабатываете деньги, да. То есть здесь желание удержать какой-то вот свой образ жизни педакливый. То есть вот эту вот зону комфорта вы как будто бы не хотите ее утратить. И вам придется научиться как-то по-другому. Не хотите вы выходить из того, что вам уже известно, то, чего вы уже достигли, то, что вы имеете. Здесь будут у вас проверки на этот счет. Да, потому что вам хотят дать что-то другое. Представляете, вам хотят дать десятку кубков и десятку педаклей. Вот. А вы находитесь в четверке. То есть вы находитесь в какой-то стабильности, в каком-то постоянстве, да, то есть здесь очень много привычек, вот с этим связаны ваши удобства, вот, и вас будет весь месяц проверять на то, чтобы вы выходили, насколько у вас получится. В принципе, готовность у вас есть, потому что у нас энергия мечевая была, да, в самом начале, вот, к тому, чтобы прийти к чему-то более стабильному, более приятному, как по десятке кубков, так и по десятке пендаклей. Вот. И, ну, возможно, для кого-то семейность. Тоже сделаю так акцент, что как будто бы, знаете, будет переключать ваше внимание с профессиональной сферы на сферы, на больше на личную. Не случайно здесь двойка кубков была, девятка кубков. Ну, то есть кто-то заядлый холостяк, возможно, вас будет все время... Не знаю, показывать какие-то счастливые семейные пары, да, чтобы вас как-то заразить вот этой вот семейностью, да. В общем, проверка по четверке педакли, которая говорит о жадности, о нежелании отпускать прошлое и двигаться как-то дальше, да, то есть вот ощущение какого-то такого гнома, который занят своей работой, меня ничего не интересует, а здесь вот будут такие ситуации, когда, я не знаю, какие-то семейные праздники вас будут вытаскивать, либо куда-то с семьей нужно будет съездить, и вы как-то недовольны будете. То есть всеми возможными способами вас будет переключать на какую-то такую семейность, либо на другое, что-то другое. То, что наполняет вас как-то эмоциями, то есть вне вашей работы, вам это будет не совсем нравиться. Вот. Здесь про это. Ну что ж, троечки, я очень рада за ваш месяц. Пишите потом обратную связь, если вспомните. Вот. Можете написать, что у вас было в октябре. Оставить свою обратную связь можно под этим роликом. А можно вернуться под ролик октябрьский. Он у меня отдельно на главной странице в плейлисте прогнозов. То есть его не так долго искать, если вы перейдете на главную страницу моего канала. Вот в разделе плейлистов вы увидите плейлист под названием «Прогнозы». Зайдете туда, увидите все прогнозы прошлых месяцев, да, можете как-то пересмотреть, вспомнить, что у вас было в каждом месяце. Вот, и оставить комментарий. Ну, а кому сложно, можете под этим написать. Я хочу пожелать вам всем хорошего месяца. Теплого, интересного, приятного, доброго, искреннего и очень-очень домашнего. Почему-то вот мне кажется, что вот хочется по энергиям такой какой-то домашний, да, то есть работа дом, без каких-то внешних развлечений. А если праздники, то как-то вот в домашнем кругу что-то такое идет. Все, прощаюсь с вами, всем пока-пока.